Всем привет! Продолжаем изучать программу. Давайте посмотрим. Хочу в этом видео вам объяснить, как обыграть сложные модели, позы в этой программке. Давайте разберем некоторые. Откроем вот такие работы. Сейчас я их найду. Вот. Давайте посмотрим конечную. Это у меня как наброски идут для того, чтобы посмотреть, как модель будет выглядеть. Вот такая модель. Вот теперь давайте посмотрим. Вот центральная у нас идет фигура. У женщины отходят ноги. Здесь на сфере полностью руки переплетаются. Ну, в смысле, единая часть головы тоже. Все через маску делалось. Давайте теперь посмотрим, как обыграть вот такую сложную позу в скульптрисе с одной сферы. Начнем, посмотрим, с чего я начинал. Вот это было начало. Вот такая модель у меня. С нее я начал лепить. Потом смотрим дальше. Вот я нанес приблизительно, где мышцы будут. Нарисовал вот голени. Руки еще не делал. Только вот ноги. И сделал позу. Первоначальный уклон. Как бы он ее держал. Опора. Вот такое у меня получилось. Давайте посмотрим дальше. Вот. Я на грудь начал лепить женщину. У него вот на центральной части руки еще не делал, чтобы они не мешались. Вот я наметил полностью. Вот так у меня получилось. И вот теперь посмотрим, как ноги делать. Это вот двойная фигура у нас получается. Вот уже она с ногами. Вот я нанес маску, чтобы не зацепить, когда вытягивал ноги. Вот руки тоже, когда делаете, наносите маску. Вот у меня тут набросок. И вот так я обыграл эту позу в скульптрис. Давайте теперь посмотрим другие варианты. Вот давайте еще одну работу посмотрим. Это наброски мои для понимания позы, динамики, как оно бы работало. Если делать, допустим, статую из бетона, то вот уже можно посмотреть, как делать армопояс, как ставить положение рук, ног. Можно замерить даже, ну, приблизительно, конечно, но можно замерить расстояние, уклон, напряжение, понять, где в бетоне будет напряжение или в гипсе, чтобы не было ломки и не тянуло форму в бок или назад, она не западала, не ломалась. Давайте посмотрим, как вот такую модель можно обыграть в скульптрис.
сначала с чего я начинал делать, я вам покажу. Вот я наметил центральную позу. Вот, вот так у меня получилось. Страшненько, но не беда. Потом я набросал голову. И вот так я обыгрываю эту модель. Я нанес маску и от живота нанес сферу. Ну, сейчас скажу, вот этим драф без клея полностью. Большой детализации ее. И вот так у меня получилось, что женщина теперь будет от пупка делаться, чтобы не зацепить ноги, центральную фигуру. Вот я нанес маску, вы видите. И давайте посмотрим дальше. Вот так стало получаться. Я вытягиваю ноги потихоньку, маскирую, чтобы не зацепить ту или иную деталь, чтобы не повело форму. Голову я еще не проделывал. Вот, вот так вот можно сделать. Потом я попробую в ZBrush сделать такую же форму, но там будет посложнее. Ну, попробую, потом вам покажу. И вот такая форма у меня получилась. Тут еще руки нет. Вы видите, что я делаю последовательно. Руки уже в последний момент. Их проще вытянуть и уже положить на ту или, на то или иное место. Зачем нужны вот такие вот работы? Это для того, чтобы понимать само движение тел, чтобы видеть, как располагается давление, напряжение в модели, допустим, если вы занимаетесь скульптурой, или, допустим, показать заказчику можно, что вот где-то приблизительно вот такая будет работа, как образец, чтобы высчитать материал. Вот по ней можно высчитать материал, сколько арматуры надо будет, сколько времени на ее изготовление. В принципе, программа для этого очень хорошо подходит, как симулятор для занятия скульптурой, лепкой. Вот. Все, что я хотел показать. Все, всем до свидания. Надеюсь, урок и видео вам поможет потом в работе. Все, до свидания.